Добрый день, 13.07 на часах. Я Владимир Сметанин, приветствую вас и приветствую гостя Анатолий Чурин, депутат областного законодательного собрания, руководитель областной системы образования с 1988 года по 2015, заслуженный учитель Российской Федерации. Анатолий Михайлович, добрый день. Добрый день. Хорошо, что именно сегодня с вами встретились, 24 мая, сегодня день последних звонков в школах. Давайте выпускников, родителей поздравим со столь ответственным днем. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех выпускников 2018 года. Пожелать им всего доброго, потому что впереди у них экзаменационная сессия. Я думаю, что они должны справиться с теми задачами, которые стоят. Ну и пожелать, прежде всего, успешного поступления в вузы, по выбранной, так сказать, им стезе. И пожелать здоровья на этом, в общем-то, непростом жизненном пути. А также поблагодарить, прежде всего, педагогические коллективы наших школ, родителей, которые, так сказать, вместе со своими детьми, тоже и со школой, участвовали в воспитании и обучении детей. Поэтому сегодня действительно очень такая серьезная дата, серьезный, может быть, праздник в жизни наших детей. Ну и тем не менее, пусть у них и дальше все будет удачно и успешно. В вузы, вы сказали, да, успешного поступления. В вузы любые, в любом городе, или все-таки предпочтение вы хотели бы отдать нашим вузам? Конечно, я бы хотел, чтобы они поступили в наши вузы. Кировские. Да, выбрали ту специальность, которая сегодня необходима в Кировской области. И я думаю, что все равно те, кто заканчивает сегодня среднюю школу, они все равно так или иначе связывают свою судьбу с высшей школой. Конечно, в последние годы тенденция меняется, дети идут и в техникум, у нас сегодня хороший набор в техникум. Но пока, я думаю, что и специалисты с высшим образованием в стране нужны, и они востребованы. Я неспроста спросил про вузы наши или не наши, иногородние. Просто я и мое поколение, у меня 36, да, есть люди, мои одноклассники, у которых дети, собственно, вот уже сейчас ближе к выпускному возрасту. Я с ними общаюсь, и вы знаете, они говорят, что мы бы хотели, чтобы наши дети попытались все-таки поехать учиться в иногородние вузы, в том числе столичные. Санкт-Петербург, Москва. Причем эти люди, близкие мне, они далеко не в областном центре зачастую проживают, в районном центре, в каком-то более мелком населенном пункте. Вот как прокомментируете эту ситуацию? Ну, это тенденция не сегодняшнего дня. Это, в общем-то, еще начиная с 90-х годов, несмотря на то, что очень сложно было это в то время и с зарплатами, тем не менее, дети все равно уезжали, родители их, так сказать, отпускали. И поэтому это, видимо, продолжается. Но я думаю, что в любом случае тенденция, она будет меняться в том отношении, что часть детей, она волей-неволей, конечно, те специальности, которые для нее, для них необходимы, которые они учить здесь не могут, они все равно поедут. А те, что могут сегодня у нас обучаться и получить хорошую, достойную будущую работу, я думаю, что они будут оставаться здесь. Причем в свое время мы этот процесс стимулировали. Вот сейчас его не стало, а мы стимулировали. Мы стимулировали прежде всего чем? Мы платили стипендии тем выпускникам школ, которые закончили школу с золотой медалью, получили 100 баллов на выпускном экзамене, и их принимали сегодня, и, так сказать, они имели возможность поступить в наш любой вуз и остаться здесь. Если они оставались, они получали все эти, так сказать, и всю эту поддержку. По льготным условиям, да, имели возможность. И поддержку получали от правительства области. Сейчас это ушло, хотя, в принципе, я уже как-то раз на передаче говорил, что это сыграло очень положительную роль, потому что вот то, что было в самом начале, их было несколько десятков, и потом, когда мы не стали вмещаться в залы, например, в зале при нашем ТЮЗе, при нашем кукольном театре, не вмещалось количество тех, кто желал и оставался учиться здесь. Поэтому мне кажется, что напрасно отказались от этой идеи, она играла свою роль, положительную роль. И, может быть, эти ребята, закончив здесь наши вузы, они и жизнь свою устроят на нашей земле. Слушайте, а целевики, так называемые, сейчас остались? Ребята-выпускники, которые заключают договор? Раньше было сельхозпредприятие местным. Видимо, со следующего года вступит в силу закон, который, так сказать, будет направлен на то, чтобы выпускник любого вуза, учившийся на бюджетных местах, он мог, вернее, его будут направлять работать по целевому направлению, но до этого он должен заключить договор с работодателем, с тем, кто обучал, за счет чей он обучался, и с вузом. И вот после того, как он заканчивает вуз, его направляет туда, куда нужно работодателю. Это на федеральном уровне, да, закон? Этот закон был федеральный, да. Вот этот закон мы поддержали где-то по весне, по-моему, он сейчас в Госдуме. Говорят, что с января 2019 года такой закон вступит в силу. И тогда все выпускники, независимо ни от чего, они, если обучались на
бюджетные деньги, они обязаны будут отработать энное количество лет. А если не согласятся, должны вернуть. А если не согласятся, должны выплатить. Сумму, причем там строго достаточно не только выплатить государству за потраченные деньги, но и выплатить тому работодателю, который не получил специалиста и тем самым понес какую-то неустойку. Так что там серьезно достаточно. Вы одобряете? Я одобряю. Эту законодательную? Одобряю. Реальные положительные изменения будут? Рабочие кадры более квалифицированные? В любом случае, может быть, голод в какой-то степени несколько... на специалистов поуменьшится, потому что сегодня не хватает огромного количества специалистов в медицине, в образовании, а люди, которые получают образование, они туда не доходят. Меня, в частности, беспокоит, конечно, то, что власти говорят о том, что нужно развивать сопутствующую инфраструктуру на местах, да, чтобы молодым специалистам не было там скучно и можно было применить свои... и досуг провести и так далее. Насколько этому стоит доверять? Но если человек поехал туда, допустим, на 3 года, то в какой-то степени можно, наверное, и потерпеть ради. Не страшно. Мы в свое время тоже так же работали. Нас посылали самые глухие деревни, так сказать, села Кировской области. У вас в свое время был опыт в Опарино. Да, у меня был опыт как в Опарино. Да. Да, мы вместе с женой работали там, кстати. Я, правда, год отработал, ушел в армию, она отработала 2 года. Так что ничего страшного. Наоборот, нам с благодарностью мы вспоминаем ту жизнь, которая там была. И тот коллектив Опаринской школы, в котором мы работали, удивительный был коллектив. Интересный, задорный, молодой. И мы там были молодыми. Поэтому это ведь в молодости не так страшные трудности, как они, может быть, страшны последствия. Потом человек может начать жалеть не совсем полезно и эффективно потраченном времени. Там было очень интересно. Причем до сих пор с благодарностью вспоминаю детей, которые там обучались. Очень дети были интересные. Так что только одни положительные эмоции. Про систему ЕГЭ хочу вас спросить. Собственно, при вашем руководстве она у нас запускалась в регионе в начале 2000-х годов. И мы как-то уже привыкли, что каждый год выпускные ЕГЭ... какие-то там появляются новшества. И, как известно, новшества есть и в этом году. Но, к примеру, в этом году бланки будут распечатывать прямо в аудитории. Не только будут распечатываться контрольно-измерительные материалы, как раньше. На месте же будут сканироваться эти работы. Ну и, к тому же, на перспективу у нас с 2022 года должен появиться обязательно ЕГЭ по иностранному языку. А еще вот недавно появлялась информация, что, возможно, география станет обязательным предметом. Но Минобрнауки это не подтвердил. Вот хотел бы вас спросить по этому поводу и вообще в целом. Насчет ЕГЭ, да. И мы одни из первых в стране, в принципе, создали специальный центр единого государственного экзамена, который вот занимается организацией всего этого цикла. Центр оценки качества образования. Да, центр оценки качества, да. И именно он занимается сегодня всей организацией этой работы. И я думаю, это оказалось очень, так сказать, эффективно, потому что ни разу нигде область не прокололась в плане организации. То есть у нас не было никаких срывов, там, нарушений и так далее, и так далее. Это, в общем-то, на мой взгляд, очень положительный момент. Но то, что сейчас вот будут сканировать все эти материалы в аудитории, распечатывать, эта идея пришла еще где-то 4 года назад. Мы начали тоже проводить такой опыт. В нескольких школах области этот опыт себя зарекомендовал. Это дополнительные затраты, в том числе? Ну, конечно, там же поставить на место технику поставить, нужно сканеры поставить, принтеры поставить. И все это сдерживалось только одним, вот отсутствием достаточного количества средств. Ну а потом постепенно, вот сейчас, видимо, государство уже подошло к той черте, когда необходимо все равно этим заниматься, и поэтому вот анонсировано то, что во всех школах страны теперь такая практика вводится. Ну, я думаю, ничего тут такого нет, это все отработано вполне реально. А то, что дополнительные экзамены появятся, ну, бояться этого тоже, наверное, особо не стоит, потому что в свое время... школьники сдавали и по 7 экзаменов, и ничего страшного не происходило. Поэтому, несколько обязательных, несколько да, по выбору. Да, да, да. Но было время, когда сдавали все 7 экзаменов, все учащиеся сдавали. Поэтому ничего страшного нет, а год прошел, я думаю, что в обычном таком режиме, сверх чего-то такого, я не знаю, не вспомню. Поэтому дай бог, чтобы все двигалось и дальше. Анатолий Чурин, его особое мнение в нашей студии на 101.0. Вы, уважаемые слушатели, можете присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы. Есть специальная форма на сайте kirova.ru. Я вижу парочку вопросов, озвучу их чуть позже. И один из них, я думаю, уже после небольшой паузы. Продолжается особое мнение. Мой собеседник Анатолий Чурин, депутат УЗС, руководитель областной системы образования с 1988 по 2015 годы, заслуженный учитель Российской Федерации. Есть вопрос от слушателя, Анатолий Михайлович, он касается...
кадетского корпуса, Кировского кадетского корпуса, который находится в Проснице, я, позвольте, чуть позже задам, просто тоже хочется мне спросить. Вы почти 3 десятка лет, да, находились у руля областной системы образования. За последние 3 года, как известно, вы ушли летом 2015-го, вот за последние 3 года почти уже трое. Да. Там побывало в министерском кресле. Порулили уже. Вот это на пользу системе или не слишком нет, на пользу, когда частые смены? Нет. Я понимаю, что все люди, и Измайлов, и Юсупов, и Ольга Николаевна, да, Рысев, нынешний министр образования, они так или иначе взращивали с вами. Я правильно понимаю? Можно так сказать? Ну, можно сказать так. Но дело, видите, в чем? Часто смена, почему неэффективна? Люди ведь должны выйти, так сказать, в проблему. В круг тех вопросов, которые приходится решать, допустим, министру, установить определенные связи с внешней средой, с ведомством и так далее, и так далее. Для этого нужно время, для этого познакомиться с массой людей, чтобы ориентироваться в тех или иных событиях. А для этого нужно время. А времени, как всегда, не хватает, потому что, ну, такой ритм жизни там задается. И зачастую вот в этой ситуации можно принять какое-то неверное решение. И это потом имеет серьезные последствия. И, как бы так сказать, я считаю, что надо четко понимать, что руководитель должен работать. Я всем директорам говорил всегда, что вы должны работать долго. Только тогда вы можете быть уверены в том, что что-то у вас получится. Наработать соответствующий опыт. Да. И приобретете соответствующие связи и компетенции. Хорошо. Итак, кадетский корпус Кировский. В СМИ по инициативе педагогов этого учебного заведения появилась информация о том, что состояние общежития, там 90 ребят проживают, и плюс учителя, представляет опасность, там был ремонт за немалые деньги, и вот учителя говорят о том, что ремонт проведен абы как, полы и стены, заложенный выход кирпичами при наличии двери и так далее и тому подобное. Давайте вы прокомментируйте эту ситуацию. Ну, у вас все это было на... Внешне там все замечательно, я не скажу, что там все разрулили. Но сначала был Проснецкий лицей, как известно. Да, Проснецкий лицей, и тогда отремонтировано было капитально само учебное здание, бытовой корпус, общественный бытовой корпус и само общежитие, спальный корпус. Но вот сейчас, в связи с тем, что они решили поменять руководство области, поменять специфику этого учреждения на кадетский корпус, мне кажется, что вот здесь проявилась некомпетенция руководителей, которые сегодня руководят образованием. Потому что нельзя было так скоропалительно делать то, что, в общем-то, для чего нужна хорошая, серьезная подготовка. Я все время высказывал точку зрения, что и те руководители, которые пришли, их там сменилось сразу за буквально короткий период, сразу трое, то есть директор бывшего лицея убрали, ушел руководитель военный, он проработал там всего 1.5 месяца. По фамилии Панин? Другой еще до него был. Вот, потом пришел Панин, конечно, все который это... Который был до недавнего времени. Да, который был до недавнего времени. Теперь фактически вот за 3 года там уже 4-й руководитель. За два даже года, не за 4. И в итоге, так сказать, получается, что это все сказалось на состоянии дел. Но что самое главное, вот насколько я понял из того, что, так сказать, вот ту информацию, которую я подчеркнул, самое главное заключается в том, что когда решили на 5-м этаже, там были созданы комнаты для работы с детьми, то есть с теми, кто проживал, там классы для подготовки, комнаты для подготовки домашних занятий и так далее, заданий и так далее, они решили сделать там квартиры для приезжих учителей и, так сказать, тех сотрудников, которые там будут работать в будущем. Но приезжих они из Кирова? Да, они из Кирова, да. Неделю там живут, потом возвращаются. И было построено, так называемое, 12 квартир. Но для того, чтобы провести такие работы, нужно было сначала обследовать здание, это как требует норма закона, обследование здания, составить документацию, определиться, какой здесь потребуется ремонт, то ли текущий ремонт, то ли реконструкция, то ли капитальный ремонт. И после этого только составлять соответствующую документацию уже на исполнение работ. Ничего подобного сделано не было. То есть никто не обследовал здание, никто, так сказать, не определился, какой вид работы. И под видом текущего ремонта, по сути дела, провели реконструкцию. А реконструкция, это значит... Уже ты каким-то образом воздействуешь на капитальные конструкции, и это задеваешь их. Внесение конструктивных изменений. Да, да, да. Очень серьезно. То есть там в капитальных стенах пробивали дверные проемы, так сказать, делали соответствующие, как они, ставили балки. И сделано все некачественно и не так, как не требуется. Вот отсюда и все и пошло. Вот сейчас общежитие закрыто.
Значит, там появился новый директор. Фамилия? Семейшев, Алексей Леонидович. Экс-глава управления образования по Чепецку, да? Да, он руководил долгое время управлением, потом департаментом образования города Кирово-Чепецка. И, конечно, у него непростая очень задача сейчас, потому что теперь, по сути дела, нужно, поскольку признано, что работы выполнены некачественно, что они, так сказать, с нарушениями сделаны, нужно фактически все это убирать. Это нужно заново, по сути дела, проводить обследование здания, разрабатывать документацию и по новой все выполнять все работы. Конечно, это затраты. Не знаю, за счет чего это будет все компенсироваться и кто это будет делать. Mm-hmm. А все началось с того, что Панин-то ведь он что сделал? Он, видимо, почувствовал, что там что-то, так сказать, не так. Он просто начал писать жалобы, обращался в министерство, наше обращался. И он не подписывал, да, он не подписывал документы, да, часть работы не оплачена осталась до сих пор. И вот начались судебные терки. Я для себя бы считал так, что министерству нашему нужно было не вставать в позу, а нужно было четко разобраться. Ведь Панин, в принципе, он правильно поступил в том отношении, что он беспокоился о безопасности детей. А случись беда перед нами... Кто будет отвечать? Да, кто отвечать? Придется отвечать ему. И он, естественно, ставил эти вопросы, достаточно остро ставил вопрос. Его не послушали, сделали очень простой шаг, взяли и уволили. Причем уволили по старой схеме. Контракт был заключен всего на один год. Пришел новый руководитель. Но у него такие же перед ним, такие же задачи. И ему теперь тоже надо решать вопрос, как, где искать деньги, все по новой исполнять. Потому что иначе заводить детей страшно. Я ведь, вот мы же не специалисты, мы учим детей, понятно, но когда там тебе сделали какие-то ремонтные работы и не знаешь, какого качества, то это очень опасная штука. Так что вот я думаю, что это прежде всего вот как раз отголоски того непрофессионализма, который у нас, к сожалению, сегодня наблюдается. И это печальная, в общем, достаточно история. Причем тут есть еще один очень интересный момент. Вот до сих пор я в свое время был как-то в кадетском корпусе, который в Санкт-Петербурге, который принадлежал МВД. То есть они выход имели... Там все понятно, понимаете? Там, то есть все требования, все это соотносилось с требованиями МВД. То есть дети знали, что они в конечном итоге пойдут туда-то. У нас же сегодня здесь непонятно. В большинстве территорий кадетские корпуса, они задействованы или на нацгвардию, или на вооруженные силы, и тогда тоже было бы понятно. Но у нас этого, к сожалению, не произошло. То есть вы не видите конкретного будущего, конкретного пути для вот выпускников кадетского лицея у нас в регионе, да? То есть получилась та же общая образовательная школа с какими-то там высокими идеями, а результата-то нет. Вот. И его не будет до тех пор, пока не будут решены многие вопросы, организационные вопросы. Ну, по доносящейся до нас информации, в общем-то, ребята и юноши, и девушки там, в общем, вдохновлены этой обстановкой, им очень нравится. И, слушайте, ну, я понимаю, там что... достаточно насыщенная образовательная программа, и танцам учат, и военная подготовка, и общая дисциплина, и так да, далее. Да, это все есть. И думаю, что там и хорошая форма сегодня. И для, французскому для даже. Да. Ну, вот, ради бога. Но в конечном-то итоге, что из этого симбиоза получится, вот надо о чем думать. Поэтому тут есть много над чем подумать, поразмышлять. И главное сейчас выправить ситуацию, чтобы можно было принять детей с нового учебного года, и чтобы они учились там и не переживали за свою, так сказать, свою безопасность. Это, кстати, программа-то федеральная? Да, строительство? Нет, это не федеральная программа. Нет? Это программа, которая реализуется сегодня в Приволжском округе. У нас всего 6 таких лицеев в Приволжском округе. В свое время мы доказывали, что у нас нет возможности создать приволжский округ, потому что создать кадетский корпус, потому что нет таких средств. И те 40 классов, которые у нас были в школах кадетских, нам говорили, что нам достаточно. Но почему эти пошли вот сейчас на создание отдельного образовательного учреждения, я не знаю. И вот как раз в дополнение этой темы вопрос от нашего слушателя, без представления, без имени, видим такое... в более такой обостренной форме, вот как раз по Семейшеву, новому руководителю кадетского корпуса, пойдет ли такая замена на пользу, спрашивает вас Анатолий Михайлович. И далее, Семейшев променял уютное кресло начальника управления, а он там больше десятка лет, на кресло директора этого учреждения, чтобы схему коррупционную спрятать, вот так уж откровенно, вас спрашивают. Ведь предыдущий директор документы на приемку общежития не подписал. Так подпишет ли это? Спрятать коррупционную, он же не участвовал. Почему он должен на себя сейчас ответственность эту брать? Он ничего брать на себя не будет, естественно. А то, что там будет производиться ремонт, это однозначно, так сказать, по новой. Это без этого, в принципе, никто не откроет теперь спальный корпус.
Ну, а насчет Сергея Леонидовича, Алексея Леонидовича, я могу сказать, что он грамотный руководитель. Мы проработали с ним долгое время. Он успешно руководил системой образования города Кирово-Чепецка. Он был до этого директором школы 4-й. Успешно. И там, кстати, кадетские классы тоже были. Поэтому он знает свое дело. И я думаю, что справится с той задачей, которая перед ним поставлена. Но так или иначе, ваша позиция за то, чтобы развивать это направление? Ну, сейчас отступать поздно. Хотя у меня идея для этого лицея Пошинского была другая. Напомните. Дело в том, что сейчас в стране вот развернулась эта идея с центрами «Сириус», которые патронировал сегодня президент. И у нас сегодня была прекрасная возможность, когда вот туда приехал Ливанов, министр образования, мы в 2014 году, когда открывали, он приехал, он дал очень высокую оценку, что вот таких условий он видел не так много в стране. И он тогда прямо, я на память вспоминаю, что в каждой территории такие лицеи должны быть. Так вот, можно было бы создать на базе вот этого лицея такой центр «Сириус» и привлекать талантливых детей со всей области, а может быть даже из-за пределов. Из-за детей, преподавателей. Да, конечно. И отрабатывать там все новое, что, так сказать, необходимо. И тем более у нас есть и центр по работе с одаренными детьми. Все это, целая цепочка замыкалась, и получалась очень интересная идея. Но, к сожалению, вот ее, так сказать, нарушили. А кому вы тогда озвучивали эту идею, кстати? Когда руководству области? Когда я работал, у нас была такая идея создать на базе этого. Но потом, когда я ушел... Не, а кого вы ставили в известность в этих планах? А, об этом знали все, так сказать, это губернатор. И Белых тоже знал? Конечно, да. Естественно. Угу. С этой целью и создавали ведь это все. Угу. Поэтому, так сказать, тут никаких проблем не было. Но вот ваше предложение осталось неуслышанным в то время. Да, в любом случае безопасность и здоровье детей сейчас превыше. Конечно, это самое главное. Возможные цели, да. Анатолий Чурин, ваше особое мнение продолжится через полторы минуты. Сейчас реклама. Продолжается наш разговор с Анатолием Михайловичем Чуриным, депутатом УЗС, руководителем областной системы образования с 1988 по 2015 годы. Хотелось бы спросить вас об изменениях на федеральном уровне. Как известно, у нас новое правительство в Российской Федерации. Возглавил его новый старый премьер Дмитрий Медведев. И вот было принято решение разделить Министерство образования и науки на два ведомства. Министерство просвещения, Ольга Васильевна, прежний глава Миноборнауки, его возглавляет. И появилось Министерство высшего образования и науки, Михаил Катюков. Меня, конечно, удивило, что у него нет педагогического образования. Хотя должно оно быть вообще педобразование профильное человеку, руководящему... Тут наука и высшая школа, я думаю, что обойдется. В общем, он экономист, финансист, да. Многие эксперты восприняли положительно это разделение, потому как, по их словам, все аккумулировать, все в одной копилке, которая, ну, не очень. Силы распыляются, и ни на чем точно, конкретно, зачастую нельзя сосредоточиться. Я разделяю эту точку зрения, потому что, на самом деле, в свое время была допущена ошибка, когда слили вот два ведомства в одно. И, собственно говоря, было это ясно. И вот сейчас, если министерство будет отдельно, только непонятно, почему сменили вывеску Министерство образования и Министерство просвещения. Потому что, хоть вроде бы просвещение, как само слово, так то и другое, просвещение и образование, они, ну, как близки и похожи, но есть маленький нюанс. Вот просвещение — это вообще просвещение, это санитарное просвещение, это гендерное какие-то просвещение. Элементарные какие-то, да, вещи? Да, просвещение... Ликбез, ну, такой. Ну, вот, как бы, да. А вот образование — это систематическое, целенаправленное. Целенаправленный процесс получения знаний. То есть тут несколько такое отличие. Хотя, в принципе, и просвещение, можно сказать, тоже образование, потому что тоже новое что-то получает человек. Я только думаю, по одной простой причине, может быть, это произошло, потому что вторая вот эта часть, вторая, высшая школа высшего образования. То есть, ну, дважды среднее образование не стали называть Министерство среднего образования, а просто назвали Министерство просвещения. Но средним образованием будет Министерство просвещения заниматься. Да, да. Средним школьным, средним, техническим, профессиональным образованием. То есть здесь, на мой взгляд, решение очень правильное, и я думаю, что в конечном итоге это будет на пользу только всему образованию. Давайте дальше тоже поговорим по федеральным изменениям. Вы читали стратегию до 2024 года, которую подписал президент Путин, указ 7 мая этого года. Там много сфер нашей жизни затронуто, в том числе и образование. Ну вот там несколько пунктов. На мой взгляд, довольно общими словами все это, конечно, описано. Честно говоря, разочаровался. Разочаровались? Да, очень. Ставятся всего две задачи. Первая задача — выйти в десятку стран с наилучшими показателями в
качестве образования. Я вчера поинтересовался, мы сейчас, по-моему, где-то на 33-м примерно находимся. В 4-м десятке, да. И вторая задача всего – воспитать гармонично развитого человека и человека, который был бы законопослушным. Это десятилетиями, по-моему, эта задача, она никогда не проходила и не проходит. Вот. А вот те 10 задач, которые, так сказать, там, 10, да, задач, которые там ставятся, это вообще непонятно. Ну, во-первых, что настораживает? Настораживает первое в том, что никаких изменений, видимо, в финансировании образования не предусматривается. Ведь не секрет, что сегодня у нас финансирование очень недостаточно. Я вот тут недавно столкнулся с такими фактами. В 1942 году, СССР тратил на образование 5,7% от внутреннего валового продукта в 1942 году. В 1950 году процент достиг 14%. После этого началось снижение. Теперь где-то около 4% мы тратим всего-навсего. И естественно, что все признают, что денег на образование не хватает, что многие проблемы в образовании из-за нехватки средств. И, естественно, возникал бы, такой вопрос, а что же будет сделано для того, чтобы профинансировать дополнительное образование? Ни одного слова, кстати, в тех направлениях я не увидел, чтобы изменить финансирование. И второй очень важный момент. Вот первая цель, которая была поставлена, войти в десятку лучших. Но ведь мы же знаем, что качественное образование может дать только качественный учитель. Человек, который знает свою профессию, который владеет ей прекрасно, и который на самом деле может работать с детьми. И про учителя вообще ничего. И опять ничего. Хотя, вот помните, в 2012 году, когда были тоже эти указы президента, там хотя бы говорилось о повышении, да, о повышении заработной платы, это уровень средний по региону и так далее. Здесь вообще ничего не говорится. Будет увеличиваться заработная плата? Не будет она. Ну, может быть, будут разрабатываться программы сейчас, вот до 1 октября должны быть разработаны программы по каждому направлению. Может быть, это в программе будет прописано, не знаю. Но на сегодняшний день пока вот ситуация такая. Правда, здесь есть маленький нюанс. Радует то, что министром просвещения осталась Ольга Васильева, которая в свое время, в июле прошлого года, кстати, заявила о том, что нужно покончить с муниципализацией общего образования и передать все школы на уровень региона. Вот это радует. Почему? Потому что муниципализация довела вообще образование до очень серьезных потерь. И главная проблема – отсутствие денег. Да, и то, что они не в состоянии вообще решить никакие проблемы. И если вот этот курс будет продолжен, ну, может быть, так сказать, какие-то изменения само собой пойдут. Хотя для того, чтобы вот это сделать, нужны, конечно, какие-то очень смелые радикальные шаги. Прежде всего, на мой взгляд, нужно поменять законодательство, причем серьезно поменять. Нужно, на мой взгляд, очень серьезно подойти к выработке единых нормативов финансирования по стране. Ведь сегодня финансирование совершенно разное. В десятки раз отличается финансирование дотационных регионов от тех, кто сегодня являются донорами. А, извините, дети должны получать равное образование по качеству. У нас единое пространство, да. У нас образовательное. Так вот, единое пространство оказалось разрушенным. И второе, что, ну, и третье, что нужно очень важно сделать, это прежде всего, конечно, установить базовый оклад для всех учителей страны единый, и чтобы он был гарантирован правительством Российской Федерации. Вот тогда мы стянем это все в единое образовательное пространство, тогда появятся возможности и разрабатывать программы, которые будут реализовываться на всей территории страны. То есть, вот, может быть, тогда что-то и будет меняться. А пока вот то, что здесь прописано, это набор общих фраз, которые десятками лет повторялись в разных вариациях, и не более того. По поводу учительских зарплат хотелось бы еще поговорить об одном из проблемных моментов. Да, майские указы президента 2012 года, да, наши областные власти говорят о том, что зарплаты будут индексироваться, если не ошибаюсь, в следующий раз это с 1 сентября должно произойти 2018 года, там, порядка на 4%. Ну, не знаю, могу ошибаться, но речь-то о другом, речь о том скандале, который разразился весной. Уходящий, я имею в виду 10-ю Кировскую школу. Вы следили за этой ситуацией, когда было собрание, в том числе, и учителя откровенно говорили и журналистам о том, что там было вплоть до соглашений подписанных о том, что зарплата будет не повышаться, а наоборот снижаться. Понимаете, в чем вот это такой взрыв, на мой взгляд. В чем беда системы оплаты труда, которая действует сегодня? Очень большая часть средств, которые идет на оплату труда учителей, она сегодня отдана на откуп администрации. И сегодня руководитель школы фактически распоряжается всем фондом оплаты труда. Вот мы еще в ноябре прошлого года на встрече с губернатором поставили вопрос о том, что давайте мы изменим систему оплаты труда в Кировской области.
мы в какой-то степени вернемся и сделаем шаг назад, вернемся к той системе оплаты труда, которая существовала в Советском Союзе, когда за определенное количество часов был установлен базовый оклад. Этот базовый оклад был по всей стране тогда. И все остальное учитель получал за дополнительные работы. То есть он за проверку тетради, за заведование кабинетами, там, за заведование спортивным залом и так далее. То есть сейчас ничего этого нет? За классное руководство. Нет, это сейчас все есть. Это все есть, но это все устанавливается в виде стимулирования, так сказать, труда. Поэтому и часто не хватает на то, чтобы... Причем очень низкий оклад, вот эта базовая часть оклад учителя всего 6700 рублей. Поэтому, конечно, это очень смешно, тем более сегодня, когда в мае месяце, с 1 мая уже действует другой прожиточный минимум, 11163, то, естественно, что учитель, который получает меньше минимума, это вообще нонсенс полнейший. Губернатор нас во всех этих отношениях поддержал, но, честно говоря, я пока не очень понимаю, вот это длится уже, так сказать, в течение нескольких месяцев, министерство наше никак не может разродиться всеми вариантами, которые мы даже в какой степени мы просили, хотя сегодня есть документы уже на уровне правительства Российской Федерации, там создана при нем такая трехсторонняя комиссия, работодатели, правительство и профсоюзы. И она твердо заявила, что оклад учителя школы должен быть не менее 70% от средней заработной платы по региону. Но если у нас сегодня 22 тысячи, то это 16 тысяч примерно. Подождите, буквально накануне сведения Кировстата появились, у нас первый квартал этого года, средняя зарплата по региону 25 с лишним. Ну, это по региону, по образованию. По образованию. По образованию я имею в виду. То есть тогда уже где-то 16 тысяч должен быть только оклад. Это очень важно. Почему? Если мы повышаем оклад, мы повышаем заинтересованность молодежи прийти сюда. Мы тем самым и дальше растет заработная плата в целом. Но, к сожалению, вот до сегодняшнего дня мы никак не можем найти такого консенсуса, хотя после последней встречи 17 мая с губернатором была очень такой продуктивной. Он четко дал поручение, что вот нужно еще раз проработать, хотя бы выйти на минимум прожиточный, и он будет в качестве минимального оклада, а дальше от него пойдет уже вся остальная, так сказать, ситуация. Но, к сожалению, вот пока не знаю, как это все будет. Ждем следующей встречи. А ваше предложение, оно предусматривает какие-то увеличения затрат областного бюджета или что? Ну, конечно, там пойдет увеличение, да, естественно. А без этого как обойтись? Так у нас же в правительстве не могут увеличивать затраты. У нас же договор заключен с федеральным центром. Ну, дело в том, что... Реструктуризация долга. Мы не можем брать на себя дополнительные финансовые обязательства. Во-первых, нужно что сделать? Даже если мы сегодня реально увеличим базовый оклад, это уже будет продвижение вперед первое. И причем не такие уж большие там деньги, где требуется до конца года, с 1 сентября мы начнем, 400 миллионов рублей. Губернатор у нас заверил, что, в принципе, это решаемая проблема. Поэтому мы надеемся, что в конечном итоге эту, так сказать, задачу удастся решить. Но, тем не менее, вот без повышения заработной платы и дальше, в общем-то, двигаться нельзя. А потом, что такое 11 163 рубля прожиточного? Это такая малость, что о ней даже говорить не хочется. Ну, трудно с вами не согласиться, конечно, знаю нынешние цены на все товары и услуги и так далее. Пару минут остается, вот прям рвется слушатель у нас на сайте, задал свой вопрос. Каким образом вы, Анатолий Михайлович, учтились во фракции КПРФ? Являетесь ли вы левым членом партии? Вы уже неоднократно, по-моему, отвечали на эти вопросы. Да, я членом партии не являюсь, могу повторить это еще раз. А почему я оказался в компартии? Потому что, по своим взглядам, наверное, я все же левый человек. И не поддерживаю, да, в хорошем смысле, да, левый, и не поддерживаю то, что ту политику, которая, так сказать, сегодня проводится, внутреннюю политику, внешнюю политику я с удовольствием, так сказать, поддержал бы во многих вопросах, хотя не во всех, а вот внутреннюю политику я не поддерживаю. Минута до конца уже нашей беседы. Прокомментируйте, пожалуйста, слова сити-менеджера Ильи Шульгина о том, что вот неплохо бы у нас некий спортивно-образовательный комплекс предусмотреть во враге за 40. Что-то мне подсказывает, что эта идея далеко не новая. Она не новая, конечно, не могу сказать. Но, в принципе, сама по себе идея, она, может быть, и имеет право на жизнь, потому что центр города сегодня оказался без школ. И переполнен. Но для этого, мне кажется, нужно подойти очень профессионально в выборе, так сказать, и точки, где будет строиться эта школа, и в том, в планировке школы. Вообще технические проблемы здесь выходят на первый план. Поэтому если это все будет сделано на самом деле на высоком уровне, ну а почему бы нет?
все равно это место пустое, так лучше давайте отдадим детям. И если при этом это будет не только школа, а тут же будет и спортивный зал большой, и бассейн, и там будут, так сказать, задействованы не только дети, но и взрослые в вечернее время, ну, ради бога, это только на пользу. Спасибо. Завершено на этом время нашей беседы. Анатолий Чурин. Спасибо большое, Анатолий Михайлович. Еще раз выпускников, родителей с сегодняшним днем последних звонков. Удачного плавания. Счастливого плавания, как говорится, да? Молодом, спасибо. Молодому поколению. Да. Пусть они будут удачливее нас. До свидания. До свидания.